Привет, друзья! Сайт AliExpress – быстро развивающийся портал по продаже китайских товаров. На нем продается как бесполезный и некачественный шлак, так и очень полезные аксессуары, в том числе и для фотографов. И в этом коротком видео я покажу 5 полезных товаров, которые я сам приобрел и с удовольствием пользуюсь. Все ссылки на них в описании под видео. Если вам понравится такой формат, продолжим в следующих выпусках, ведь полезных и бесполезных, дешевых и дорогих товаров там очень много. Видеосвет LED 160. Очень легкий и недорогой, но очень полезный осветительный прибор как для фото, так и для видеосъемки. Его можно использовать как на камерный свет, так и подсветку сбоку и сверху. Применим и для предметной съемки, и для портретной, и репортажной. Дает умеренно жесткий свет. Питается от пальчиковых аккумуляторов или батареек, или очень распространенных аккумуляторов камер Sony. Яркость света регулируемая в комплекте светофильтры. Также есть разновидность этого видеосвета, более компактные варианты с меньшим количеством светодиодов. Эта модель на 120 светодиодов, следующая еще более компактная на 64. И этот вариант интересен тем, что компактный, имеет в комплекте светофильтры, аккумулятор и шнур зарядки. Также может питаться от пальчиковых батареек или аккумуляторов. Все ссылки в описании под видео. Следующее очень полезное приобретение – мини-софтбокс на накамерную вспышку. Они бывают различной конструкции, но этот мне понравился удобным размером и креплением на вспышку. Можно использовать как на камере, так и удаленно на синхронизаторе. Дает направленный смягченный свет. Легко и быстро складывается и раскладывается. В комплекте есть транспортировочный чехол. И третья моя рекомендация – монопод. Недорогой, компактный и легкий аксессуар. Выручает меня для нечастых видеосъемок и особенно необходим для использования внешней вспышки на радиосинхронизации. В комплекте есть чехол. Недорогое, незаметное защитное стекло на экран фотоаппарата. Не мешает, не влияет на качество просмотра, но защищает от царапин и несильных ударов. По ссылке в описании продается сразу 2 стекла в комплекте. Это очень удобно, если не имеете опыта приклеивания стекла. Ничего сложного, но есть нюансы. Возможно, в одном из последующих видео покажу этот процесс. И последний, неочевидный товар и далеко не первой необходимости, но мне очень нравится. Наглазник на видоискатель. Это просто маленькая темная шахта, позволяющая посмотреть на изображение дисплея без всего лишнего вокруг. Изображение увеличивается и возникает ощущение кинотеатра. Особенно удобно при работе в яркое солнце и при видеосъемке. На этом все, но можем продолжить, ведь у меня приличный список полезных, дешевых, дорогих товаров и товаров, которые лучше не покупать. Все ссылки в описании под видео, ставьте лайки, подписывайтесь и следите за выходом новых видео. До новых встреч!